500 рубасов в день? Нет, ладно, 500 рубасов в день это действительно очень дешево. Я не знаю, где такой хостел нашел, но похоже, что это... Похоже, что ты умеешь выгодно оформить. Так, и захват альты у нас Мегамен. Так, ну что, поехали. Так, у нас второй Мегамен, да? Мегаман 2. Продолжить игру. Мы уже всех отфигачили, у нас остался только флешмен. Разве мы так много сделали? Мы так много сделали? Прям так-то фига? На лиговке? Господи, да ты походу вообще супер этот. Какой-то ледяной мир. А чё у меня тут? Ядрить я крутой. У меня еще и банка есть. Ладно, давайте пойдем дальше. Что у нас там? Так, тут какая-то хрень, которая стреляет. Хрень перезаряжается. Так она будет стрелять по мне. Так, мне нужно кто? Нам нужны те штуки, которые бьют вниз. Она еще вверх подстреливает. А вниз у нас бьет... Не то жму. Эйр поднимается. Деревяха пилой стреляет. Это бомба. А это у нас что такое? Ку. Что, Бибаран какой-то. О, нормально. Черт, что-то я не успел забрать. Так, это что у нас такое? Ощущение, что кто-то может это разбить. Но не я. Подожди, а что хит... А хит... А, блин, опять не то жму. Что у нас хитман делает здесь? Верни звук, а квадратные кирпичи разбиваются. Так, бомбой попробуй. Вернуть звук? А вы не слышите звука? У вас не работает звук? Или его, типа, погромче сделать? Сейчас, подождите. Часик. Вот так вот сделаю, так нормально? Саша, иди отсюда. Так нормально? Или погромче? Так нормально? Или громковато? Ништяк плюс уши. Хорошо. Так, где у нас бомба? Это бабл. Нам нужен бомба. Так, это что у нас такое? С. О. Отлично. Прорвало. Так, нехорошо. Блин, не смог нормально задамажить. А, надо, знаете, еще надо эйрманом. На тебе. О, отлично. Так, теперь нам нужен первый, да, который поднимает. Так, а почему... А почему у меня здесь, типа, не работают обилки? Походу, не работают. Почему я не могу стрелять ими? Ладно, хорошо. Что за бер... Напоминаю, твой персонаж может прыгать. Отстань ты. Так. Так, а как тут? Тут-то мне не нравится ничего. Возьму хит. Хит боя. Ух ты, швак. Ладно, эта штука какая-то опасная, я свалю от нее. Так, от этой штуки тоже свалю. То что-то мне продамаживает все. Мне кажется, мне надо было наверх. Не знаю, что Хардстоун. Это же Хардстоун, тебе просто кажется. Ай, фак, надо было... Да я прыгаю, я помню, на самое днище куда-то отправляюсь.
Так. Так, я и не буду его убить, он слишком опасный. Дорогие, он свалил. Изи. Ой, нет, не изи. Валим. Буду с ними драться, с одни с кем из них драться. Ох, нифига. Блин, да как что убить-то? Я забыл, как, каким говном этот чувак убивается. Так, Хейрмана В. Бабл. А В это на что? О, это лиственный, он, кстати, нормально дамажит. Работает и просто нубас. Ой, фак, куда же я залетел здесь? Ха. Доджит. А, только теперь и... Да чтоб тебя... А! Да я же жму! Стреляй! Блин, ну какой ты неприятный. Блин. Ненавижу эту игру. Почему согласился вообще в нее играть? Так, какой-то у нас что? Это который бумеранги фигачит. Опять я прыгаю на эти штуки. Сейчас меня будут овнить эти поганки. Так надо бабло взять. Можешь убить ее, а? Пожалуйста. Серьезно, не можешь? Я не могу убить баблом это говно. Охереть место. Ладно, и с этими чуваками реально драться нельзя. Надо здесь пропрыгивать вот так вот. Без этого вообще никак. Ое. Еха, это хил на фул. Ее даже тратить не буду. О, кстати, не так уж и плохо. Я, кажется, добежал до конца этого уровня. Я даже не знаю, здесь стоит сохраняться. Я, по-моему, столько насливал, что мне лучше не сохраняться. Но меня убьют с первого трая. Сохранись. Ладно, давайте сохранимся. Но лучше бы я этого не делал. Ладно, в случае чего я потом continue нажму. Continue мне все равно бесконечно, правильно? Так, на тебе кухан. Ну, тебя куханом убивать. Отлично, ему насрать на кухан. Попробую хитом. О, хит нормально его убивает. А что за фигня? Что с моим персонажем? Ты можешь идти куда-нибудь? Я не знаю, что это такое, но он замораживает время. Ну, в принципе, да, что я хотел. Что я хотел вообще от этой игры? Конечно же... А М это у нас кто? О, это М-пилы. Понимаете, у него завару, да, ребят? Жужа, дай завару, да. О, нормально, эта тема разваливает. Прыгает по мне. Так, давай уже замораживай время. Так, слушай, сдохни, пожалуйста. О, нормально, изи. Тебя флешит. Теперь у меня будет флеш-костюм. Идеально. Сейчас доктор Вилли будет огребать. Ой, я помню, доктор Вилли, это надо будет всех убивать. F! Get a cupid with risky respect. Можно с руки или можно А его победить. Да, фигня. Item 3. Completed. Get your weapons ready. 3. Get equipped with item 3. Stage select, конечно. Все, пошел final boss.
Подлый доктор Вилли. Спускается на город. Оп-оп. Это что, типа... Я не знаю, что это такое, но звучит как... Сохранить игру. Так, это сразу пилу берем. Пила это у нас... Пила это у нас... О, F, дайте посмотреть, что это такое. О, нифига. Ой, только вся мана ушла. Ну, охренеть. Блин, это прикольно. Сейчас, подожди, иди, F. Короче, у меня есть заваруда. Короче, у меня есть заваруда, ребят. Сейчас мы нарегеним себе маны. Изи плюс Хакуся. А нет, ее не надо было атаковать. Так, F. Вообще я абузер. Отлично. И сюда. Ха, всю заваруду отковырял. У меня заваруда реально. Сейчас будем огнить. Стрелим по сузу в спину. И вообще пофигу, на птиц насрать. Они не играют в плюс. Ну серьезно говорю. Надо их только вот не стыгериться в них. О, хорошо. Так, ладно, валим. Так, доктор Вилли. Так, сейчас надо. Первое это. Да, это платформа. Что-то думал, я тебя не пройду, посос. Конечно, пройду. Я настолько хорошо все прошел, что... Там ничего, правда, не было, но что я вот сейф сразу. Изи. Просто как босс, ну, посмотрите. Как это снова... А третья у нас, кстати, третья шмотка, что дает. Самая крутая тема во всех играх, понятно. Так, а давайте вторая. Это у нас, по-моему, плато, которое летит, да? Ну, я почти дополз до него. Так, не то. О, нифига, она резерегировалась. Так, что ж ты будешь делать? Так. Вторая, что ты высыпал? Почему ты не хочешь здесь стреляться? Или ёпрсты, нет, не вторая, первая. Нет, а что третья дает? Я туда не могу просто пролезть, я слишком большой. Я думал, это задний ряд такой. Так, хорошо, ладно, да, попробуем. Так, все. Не то, отключить надо. Ёпрсто, сколько маны это потратил. И тут еще продолжается ересь. Ёпрсто, это теперь еще и... О, нормально, дотянулся. Так, энергия. Отлично, надо тройку зарегенить. Так, нет, тут не этот, а этот. Так, чему убиваем чувачков? Тут собака. Отлично, тройку зарегеним. Хорошо. Еще чувак, блин, может быть, мы можем его чем-то хорошим. О, давайте баблов покидаем. Ой, видели, он начал падать. Так, здесь. Ай,
Я гений, ребята, гений, 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 гений. Я настолько хорош, что я даже сохранюсь. Самый сильный игрок. Так, это срань меня будет овнить. Окей. Меня устраивает. Так, это комбинация двойки и единицы. Поехали. Стой! А, переключиться я не могу. Хорошо. Подожди, а что если мы сначала подлетим? Нет, не могу. Не могу. А дотянусь ли я? А тройка как выглядит? Нет, тройка, она вообще по земле. А если мы сделаем вот так вот? То же самое, только быстрее. Эх, пак. Да, мы, короче, так и сделаем. Причем мне даже лучше, наверное, тогда будет. Что ты будешь делать? Полинский. Нет, нехорошо. Блин, рано припрыгнул. У меня еще теперь... Подожди, у меня теперь единицы нету. Так, хорошо, значит, нам надо порегенить ману на вот этой бурбурге. Мне кажется, она что-то... Так, сейчас придется... Так, кто у нас хорошо пробивает это говно? Например, ты. Положим, что ты. Нет, не работает. Положим, что... Бабл. О, бабл гениет, хорошо. Хорошо. Придется фармить на этом говне. Пофармим майкок. Мне кажется, что здесь проще загрузиться. Так, короче... Ну, лол, зачем фармить-то, когда у нас вот тут было? Так, я ценю твой упорство, но загрузиться будет быстрее. Да. Так, теперь... Блин... Да что ж ты будешь делать-то? Какой слупок. Подожди, там точно можно так пропрыгать? Мы же не обманули, наверное, как обычно. А Саша повелся. Да сука! Ведь отлично же шло! Сохраниться на лестнице не хочешь? всю единицу потратил. Фак, стоп. Так, сейчас как это срань называется? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, спасите, помогите. Ёпарас это. Нет, пошли вон. Я боюсь, на самом деле, здесь сохраняться. Ладно, наверное, сохранимся. Я более или менее прошел. Ты сейчас похожа на двойку.
О, сука! Я ж чуть не обосрал. Подожди, а как? Как мне его проходить? Он почему меня ваншотнул? А, вот с этого момента начинает просто... Все, я понял, простите. Короче, с этого момента начинает... Короче, направо не отжимаем, я понял. Ах ты ж собака. Так, я не знаю, чем до этим. Охереть! И как я должен это делать? Так, нет-нет-нет, чем убивать? Бомбой. Это нет, это Жожа Заварудыч. И чё я, чё мне его даже не выключить? Я минусу Заваруда просрал, ладно, хорошо, хер с ним. С минус Заваруды. Так, вот это у нас же бомба, да? М. Нет, это вот бомба. О, отлично, он получает бомбу урон. На тебе, собака. А у меня кончилась мана, ёпрасоте. Так, ладно, бумеранги, давай, иди сюда. Да вообще насрать. Не ощутил, просто простецкий был. Кстати, возьми просто... Не парень сильно изменился за лето. Просто не ощутил, да, Сысач? Дашь 5. Так, просто очень сильная игра от Хэппитона. О, кстати. Оу, так, Заварудыч. Так, давайте бомбы откатим. Без Заварудыча играть можно, без бомб нет. А F это у нас что? А, это Заварудыч. Заварудыч кончился, пил мало, единиц мало. Ну ладно, хорошо, хрен с ним. Все равно играем хорошо, играем как босса. И это дракон Вайвона Бедегай, видимо, ссылка на это. Кстати, бомбы, которые ты подготовил, будут очень нужны для нас. Кстати, тебе необходимо полный запас Си. Ну, ладно. Так, о, где баблами можно фармить. Так, а что сейчас мы сейчас зафармим, смотри. Тут Капра юнит. Нет, лол, он этим не фармится. А, я возьму просто обычный. Отлично. Ну, в смысле, я понимаю, что я... Подержал аж на 2000 глаголиц здоровья. Ага. Заказ альтернативы. Раз уж ретро, давай как-нибудь в Battle Tats поиграем. С силами, так как там папа. Но угу. Без варпов. Как тебе? Слушай, я в деле. Я в деле, звучит отлично. Я в деле, звучит отлично. А что такое с сейвами, но без варпов? Я в Battle Toads просто играл в детстве только. Я не помню, что такое варпы. Я просто помню, что там бегали лягушки и все. Все, что я помню. Спасибо тебе большое, Литгвардыч, за поддержамбу такую жирную. Спасибо, спасибо, родной. Ну, ты же знаешь меня. Вы знаете, Руся. Да. Ты пиши мне, говори. Санек, давай. Нужна дата, и я изи сделаю. Вот тебе бруфистище и обнимашки. Спасибо тебе за поддержамбу. Пора и поехали дальше. Так, восстанавливаем бомбы. К сожалению, как-то хреново восстанавливаем бомбы. Давайте дожидаться, когда они будут прыгать здесь. ТПХ. Да хрен с ним, еще будет ТПХ. А, стоп. Заварудыч немножко. Слушайте, а почему с них такой дропрейт говёный? Это типа такие мобы? О! Я е заюзал, лох! Ладно, хорошо, бывает. Так, бомба. Отлично. Да, мне это не надо. На ХП насрать. Фармим.
Ждем, ждем, да. Ну а чё, это отличная тема. Я же гений, ребят. Ну в смысле, да, я задрот. Да, я задрот, да, я задрот. Есть вариант пару раз прыгнуть в пропасть. Начать уровень с конта и фармить. Так, подожди, нет. Тогда я умру. А это не должно быть так. Я не умираю. Герои не умирают. Я, кстати, возможно, за этими кнопками не вижу. Опа. Я дофармлю всего лишь бомбы. Всего лишь бомбы. Все в порядке. Не надо. Потому что за ними не видно. Хорошо. Давай еще чуть-чуть. Come to Papa. Так. Я фармлю в Мегамэне, да? Я везде фармлю. Я задрот. Задрот это я. Ничего не знаю. Мне не стыдно. Так, отлично. Последнюю бомбу фармим. Все отлично. Ух, ёжик. Еху, правда, случайно потратил. А F это у нас что? А, это Заварович. Господи, вечная. Все, отлично, поехали дальше. Эй, фак, ну это классика. А-а-а! О, нет! Блин, сколько энергии просрал! Так, надо, я не знаю, бабов пофармить. А! Между прочим, я могу здесь и встрять. Слушайте, я что подумал? Да, что-то как-то мне не... Так, хорошо. Пофармил. Так, ну... А чё у меня... Ну, подожди, а все нормально, у меня все эти остались. Ну как, фарм-фермер? Не как фарм-фермер. В смысле, блин, как фарм? Отлично, фарм. Ты очко. Так. Так, сейчас надо единицу дофармить. Так, я думаю, что здесь надо на двойку, да, наезжать. О, фак. Да, я гений. Опа! А здесь что? Ешка? Так, а здесь, наверное, бомба, да? Так, а могли бы быть полные 5 минут назад, если бы ты довольно шагнул на пике пару раз. Это не Вов, зачем тут фармить? Это не Вов, зачем тут фармить? В смысле, хочу и фармлю! У, сука! У, блин, бесит как, а? У-у-у! Хочу и фармлю! Дай фармить! О, сиди, как тут сладко. А, собака. А, не стреляй. Так, подожди, а он как успеет? О, отлично. А, фак. Ладно, я почти был хорош. Когда, ага, все это не твое. Так, We'll be right back.
Ой, хорош, Куся, Куся. Ой, какое место, господи, боже мой. Это просто фарм богов. Я все здесь отрегеню. Дай папе все. Так, где Заварудыч? Да я просто домогаться буду, но Заварудыч отрегеню. Так, где ты? Так, там плюс ХП-шка. Тут как-то... Кто это? Оквейс. Оквейс, спасибо тебе большое за рисапу, ты будешь идти еще... Я понимаю. Так, хорошо. Что-то мне как-то не нравится. Так, слушай, знаешь, что я подумал, брат? Дай-ка... Так, здесь надо на... переключиться на... Так, отлично, переключаемся. Хорошо. Ага. А как надо? Да что тебя черти драли? Так, я скорее всего здесь резетнусь, да? Минус энергия. Блин, как это пробегать? А чего у тебя написано ХС? Написано ХС? О, успел. Так, теперь мне... О, у меня есть ехо! Да, это же ехо? О, бой, камту папа. Я даже забыл здесь сохраниться. Чихать на еху. Уфармить назад. Да, а как я... А как я... Ну ладно, сейчас подождите, я зачекаю, что там написано, почему написано ХС, до сих пор, ребят, не знаю. Mega Man Legacy Collection обновить. У меня Mega Man Legacy Collection брат стоит, не знаю, что за борода. Твич, как бы тебя обманывает. Тебя обманывает Твич. Опа! О, столько ХП, а мне надо? О, неплохо было бы, давай долетим. На двойбасе. Если я двойбас весь... А, хер с ним. Ура! Отлично. Хер с ним. Не это ты был, да? А Кухан мне, кстати, больше всего понравился. Вообще классный. Норм, все. Ой, иди сюда, сейчас тебе напоминаю. Кухан точно его победит. Кто это? Не знаю. Это... Какой-то чаротрон поганый! Да чтоб тебе... Так, я знаю, нужен эйр. Эйр нужен. Сейчас... А, собака, иди сюда. Сейчас все будет. Чё ж так урона-то нету, собака? Ты как так-то мне наносит? О-а-а. Так, а мы где? Мы в ночи. Чё, не, подожди, загрузить игру. Нафиг. Так, бумеранги это допил. Бумеранги хорошо там наносят. Подождите, а как мне... А как мне тут триггерить? Ладно, хорошо, подожди. Фак. Я умудрился просто на... О, хорошо. Просто пристрелите меня, сука, пожалуйста. Здесь полетели направо куда-нибудь. Тут же у нас... Не тут. Я думал, что тут, а оказалось не тут. Так, а что, у меня есть... Переезжалка. А, да, я же зарегистрировал.
Так, хорошо, а чем мы будем убивать этих чуваков? Эйр нет. Бабл нет. Слушайте, а по итогу бумеранги-то неплохие были, да? Может быть, травку? Хит. Это что? Это Air, да? Хит. Бабл. Это зеленый, да? Нет, не наносит урона. Походу... Походу только эта фигня. Блин. Надо, короче, отбегать от нее. Да ее просто прямо из-под ног, а? Вот же собака какая, а? Да, победи грозную мануфактурию силы природы. Я так и пытался. Как здесь пройти, пройти, не получив урона, ребят? Ну серьезно, как? Как? Да никак! Ладно, давайте попробуем встать между ними. О, подожди, там можно было стоять. Отлах. Не, ну визуально казалось, что... Сука. Бывает, ладно, отстаньте, короче. Чего вы начинаете вот это вот? Так. Здесь берем кухан, сохраняемся. Так, здесь надо, не знаю, как они тут. Да чтоб тебя черти драли. Да блинский. Ага. Давай, нормально сойдет. Хорошо. Нехорошо. А, нехорошо. А, нехорошо, сука! Ну ничего. Сейчас все будет. Угу. Да чтоб тебя черти драли. Да и тебя, чтобы драли черти. Очко, блин, да как так на таком говне? Да чтоб тебя... На. Все хорошо, был слабо. Так, убежали в сторону. Да как так-то? Так, это сейчас будет опасно. Блин, как больно. Сейчас убьет. Да, она вот на этом этапе вообще всегда нанесет. Надо вообще просто перепрыжку делать. Когда она внизу, это всегда перепрыг, ребята. Это просто жесть. Так. Сейчас будет здесь. Опа! Свалили. Так, здесь надо... Фак. Свалили. Так, все.
Сейчас вниз! Ааа, куда? Куда? Смотри! Сойдет. Нормально. Я даже, честно говоря, я даже не нервничал. Очень простая игра. Хорошо. Так, сразу сейв всего говна. Так, еха или полный реген чего-то? О, мне нужен полный реген двойки. Причем не, мне нужна и еха. Я беру. Не, подожди, одна бомба взрывает это говно. Давайте начнем с бомбы. Давайте начнем с понимания. В принципе, можно упороться и еху забрать. Мне кажется. А, нехорошо. О. Так, это неплохо. Спасибо большое, Андер Диабло. Вот тебе брофит еще. Я обнимашки. Так, это злобная какая-то бульба. Слушай, знаешь, я, наверное, вот так вот пойду просто. Просто не говорите ничего, пожалуйста. Дайте с... А! Эти штуки, кстати, ваншотят, я только хотел сказать. Ладно, слава богу, пусть будет переигрывание. А, даже так. И чего? Я ее взял? Окей, хорошо. Митару Гиру. Ладно, давайте вот так вот. Блин с ним. Тоже будет самое. Так, тут прыгать нельзя. Ага. Да. Не, ну я... Да, иди в жопу. Так, сейчас будет... Это в этой игре лучший саундтрек? Без комментариев. Сморканул чёт. Так. Так. Ядрить он скорость счет набрал. Слышь, брат. О, фух, слава богу, притормозил. Не, так не работает. А, есть же бубль.
Бубль. Я же гений комбинаторного мышления. Это трава. Уважаемый капитан, ты про фильм «Космос» говорил, ты меня заинтересовал. «Космос» — это полное название? Да, это не фильм, это сериал «Космос» называется. Собственно, ведущий Нил Деграсс Тайсон. Нил Паблик Деграсс Тайсон. Ха-ха-ха. Ладно, это жутко. Очень уважаемый человек, нельзя так шутить про него. Хотя нет, про всех можно шутить как угодно, что я буду. Так, ну чё, иди сюда. Что ты там будешь? Сейчас тебя напинаю. Газонокосилка. Юпарас, это даже выглядит как что-то очень легко пробиваемое. Так, и что? Не, ну ему можно нанести урон. О, в голову можно стрелять. Окей, хорошо, подожди, а что у меня есть? Эйрман, наверное. Ему вообще насрано. Отлично. Так, хорошо. Предположим, что надо Хитмана. Да, Готс, да. Так, это ему не нанесло. Чё за фигня? Почему тебе ничего не нанесло? Ладно, давайте попробуем зеленым. Благодарю, пирожок. Пожалуйста, дружище. Подожди, а он что выдает? Нет. Как не? Может, я буду убивать этих чуваков, и они будут умирать? Нет. Нет, вообще непонятно. Подожди, может быть, бомбы тогда? Сейчас бы танк травой пилить. Рот у меня стреляй. Мне кажется, ему насрать. Так, не то. Что-то ему как-то вообще чихать. Ну ладно, попробуем, я не знаю, бабу. Подожди, бумеранги хорошо били, мне казалось, что они все отразились вообще к чертям собачьим. Как-то они хорошо били. Ой, вправду хорошо бьют. Лол, иди сюда. Правда, отлично бьют. Эти пакушки. Ладно, тут я нагребал просто тара-та-та. Ну, короче, сейчас будем Додж Калибер. Да что ж ты будешь делать-то? На тебе, собака. Да чтоб тебя черти драли. Да что ж такое-то? Да пожалуйста. Да сдохнешь ты. Да я его просто затанковал. Я всех боссов затанковываю. Просто беру огромным хп-пулом. Просто затанковываю. Ой, эпилептики. Поможет зарегистрировать ваш союз с официальным на правах стримера? Конечно. Так, кухан хочу. Так, еще чего хочу? У меня ни единицы, ни двойки, ни тройки. Ну, пущай будет хотя бы разнообразие, да?
сойдет. Классическая, уже ставшая классикой просто. Квасикой. В таком узком проходе это даже не должно. Так, пойду-ка я вниз. Это что было? Вы понимаете, это была ловушка. Я бы здесь сверху, пробегая этого моба, упал бы на него. My God. Вот это да. Вот это да, ребят. Так, мне явно туда, по центру. Хотя не, можно и так. Тут дырки не будет. А, забавка. Ай, хитрые какие. Вот явно тут же дырка будет. Я прям... скриньте. Я даже... фак. Ладно. Тут еще можно, тут надо припрыгивать. О, сойдет. Так, тут, кстати... О, что-то я рискнул. Так, стоп, машина. Это собака. Вот тут вот, и вот тут вот надо припрыгнуть. О. Так. Я уже чувствую. Ну, конечно. А, чтобы это взять, надо двойкой заплатить. Явно. Нет, не надо. Ты можешь пузырями проверять. О, брат, гений. Офиг. Ну, подожди, хорошо, я могу проверять пузырями пол. Но как прыгать здесь? Как перепрыгнуть эту срань? Как взять еху? Я знаю как! Надо единицу здесь нажать. Да, я должен подлететь здесь. А! Ладно, мне не так уж и нужна была Е. Здесь даже никак не упасть. Невероятно. Так, где наша... А нам нужна трава. Это же я гений, да? А мне куда? А, вон вижу лестницу слева снизу. Карбота видос по Вов Классик Макс Репост. Мы его видели. Вести IQ Плейс, господи боже мой. Находчив. Находчив как сатана. Стоп, подожди, что? А что сейчас произойдет?
не смешно. Так, надо аккуратненько. Значит, надо на что делать? На единице перелетать, да? Ой, сейчас надо, кстати, аккуратно надо здесь сохранить игру. И теперь мы перерубаемся на единичича. Ой, ой! Так, не очень хорошо вышло. Хотя, не, нормально вышло. Я же прадую прямо на эту штуку. А как здесь? Пока. И что? Опа. Опа! Слушай, а мне маны-то хватит? Ванну себе пари. Ну, чё ты начинаешь-то сразу? Ну, чё ты? У меня же классно получилось, а ты вот это начинаешь. Чуть не обосрался. Зря ты так. Ой, тут сейчас надо будет с травой и с единичищами. Слышь, валим отсюда, тазы валят. Начнем с того, что мы здесь сохранимся. Подожди, а мне хватит? Нормально нужно умереть. Начни. Слушай, я, кажется, сейчас. Подожди, да, мне кажется, сейчас придется континуум жрать. Потому что я что-то чувствую, что я пришел плохо. Так, давайте возьмем травянистого боя сначала. Вообще. Вообще, подожди, все нормально, мне даже не надо. Так, в смысле, сфинкс, все правильно. Так и должно быть. Это нормально. Так, здесь. А что за чувак, Чича? Здесь же все очень просто. Почему вы меня. Бубай. Очень просто проверяй. Да нормально, сейчас все будет. Так, ну мы все равно стучи еще будем. Так, а как мы здесь пройдем? Здесь можно на двойбасиках или на один басиках пролететь. О, у меня двойбасик есть. Просто легчайше. Очень простая игра. Так. Так, ты баблами убиваешь, давайте проверим. По-моему, нет, но мы постараемся. Так, возьмем сначала сейф здесь, да. Во-первых. Во-вторых, возьмем бабл. Сейчас мы постараемся ему, как, знаете, как чайки. На голову.
чайка метания. Вот сейчас он дойдет до меня. И только после этого скажите, что я не гений. Не гений. Подожди, а что мы еще можем сделать? Так, а что если мы зайдем с козырей? Так. Так, пожалуйста, убейся и вернись сюда с полным оружием и с Е-банкой. Так, забаньте Фалькора за абсолютную лексику. Ты не пройдешь босса в таком виде. Да дай ты... Блин, ну нельзя. Нет, подожди. Я пройду, вот увидишь. Ты расстраиваешь меня своим неверием меня. Да хрен с тобой. Да чтоб тебя. Ладно, хрен с тобой, я не буду с тобой драться. С тобой, судя по всему, буду. Так, да ты просто забагаешь босса, да? Конечно. Ой, нифига, я бумерангом. Вау, их двое! Что за баг? Ладно, сойдет, сейчас мы его продамажим. Давай. Умри. Подумаешь, немножко не хватило. Там полного оружия в упор почти не хватает. Ладно, хорошо, мы до босса дошли. Хорошо, загружаемся, попадаем на копье. Идем за ебанкой. Как бы это ни звучало. Континуя, пожалуйста. Так, реди. Так, здесь что у нас? Бой, вот это арсенал. И арсенал Мейгас. Так, даже не знаю, все так сладко, что даже... Хорошенького пью. Здесь я получу. Сейчас возьмем кошку. Здесь баблом проверяем, где прыгать. Вот тут прыгать. Да я же жал! Висячий угол! Да он не прыгает, я серьезно вам говорю. Ну как туда? Сбегал ты за ебанкой? Пока нет. Ладно, хорошо, хер с тобой. Ладно. Так, хорошо, плюс хпс-ка. Так, где банка у нас где? Так. Бобль. Ты вообще чихал. Направо сейчас. Ага. Хорошо. Босс убивается только бом... Так, все, подожди. Не спалили пока. Здесь хорошо. Ага. Да-да. Так, ебанка. Так, как... Так, хорошо, давай... Зайдем до сюда. О, бой.
Так, хорошо. Примерно здесь. Давайте. Да-да-да-да-да. Блин. Так, примерно здесь пытаемся поймать единицу. Отлично. Изи. Очень несложно. Так, ну мы идем так. Мы идем идеально, так как мы хотели. Пусть все будет так, как мы хотели. Так, здесь. Гениальные ходы бога. Что-то тоже можно здесь еще раз было выпрыгнуть. Ой. Так, ага, так, тут надо сохраниться вот тут. Нет, не хочу здесь сохраниться. Вот тут сохранимся. Так, хорошо. Так, свечимся на единицу. Угу, изейшая. Пройдено без всякого говна. Здесь на этих... Сейчас здесь надо заранее траву повесить. Поэтому мы приходим сюда уже сразу с переключенной травой. Если я переключу траву на лестнице, я сдохну. Потому что я сорвусь с лестницы и упаду. Здесь можно уже заранее решить. Одна трава. Закрывать лицо, пользоваться. Так, здесь... А, нет, здесь даже двумя травами. Травками придется воспользоваться. Потому что еще есть вот это. Вообще, как бы, скилл базит чувак бы сделал по-другому. Но, как бы... Я-то же, известное дело, очкан. Правильно? Ай. Здесь на двойбасах пролетаем. Так, и здесь мы... Мне больше всего показалось адекватным здесь. Вообще можно этих чуваков пройти, наверное, по ма... Пролететь, как вы думаете вообще? Это нормальная тема, пролететь этих чуваков? Стартануть где-нибудь двойбас, спрыгнуть на него и полететь. Ну, вообще, как бы Кухан самый классный. Попробую пролететь. Попробую пролететь, ну прям... Да, нет, здесь не хватит. Здесь, к сожалению, я с лестницы двойбас повесить не могу. Да. Придется просто пуха стратить и все. Ну, не знаю, наверное, это оно. Вообще, получил я, по-моему, много. По-моему, можно резко меньше получить. Давайте меньше получу. Серьезно, ну что за фигня? Здесь можно резко меньше получить. Эй, фак, мэлэ. О, господи, что за бред? Поэтому, кстати, будет робот. Так, обосратушки по всем фронтатушкам. Батя, ты ли это? Все в порядке. Это что такое? Подожди, ты мне урон успел нанести? Да как так-то?
Ну, это, кстати, будет свежий. О, бой, отлично. Да что ж ты будешь делать? Ну, как вам сказать? Ну, ладно, сойдет. Давайте. Дураково, конечно, но он сойдет. Так. Так, какой-то... Какой-то учебный центр с какими-то бомбами. Это заварудочный нам не нужен пока. Ух, нихера. Вообще без сомнений. Так, ты попадешь, интересно, по этой штуке? То есть, когда лопается стена... Когда лопается стена... Это говно стреляет. Судя по всему... Подожди, наверное, надо... Ну, подожди, нормально, я... Я ехай воспользуюсь просто. Блин, не успел вообще среагировать. Так, давайте теперь попробуем просто раздолбить очичи одну. Нет, очичи не умирает. Кстати, нет, вот красная. А что если эта тема... Если, а что если это говно на время вообще просто? Что если мне просто надо вламывать столько бомб, сколько я могу? Вообще забив на все. Вытанковать, как обычно. Они не по, они по таймеру фигачат, правильно? Хрен с ним. Надо единицы, по-моему, было подлетать. Ну хрен с ним, давай ежбан. Заюзаем. Ежбан заюзали, на единицу поехали. Так, нехорошо. Пока единица висит, ничего не сделать. Неплохо, я получил очень мало. И что теперь делать? О, это говно убивается! Оу! Оно убивается просто бомбами! Да лол же, ты сейчас калом умоешься. И только у меня бомбы кончились. Только у меня бомбы кончились, хорош! Подожди, оно явно убивается не только... Оно явно убивается не только бомбами. Зачем мне тогда эта штука? Зачем мне ломать бомбы? Скорее всего, мне нужен до них допуск-то получается. Хорошо, поехали тогда на единичках. Если я первые штуки танкую, я просто... Это... Да, это обосрамс. Сразу взлетаем на единицы, взлетаем наверх. Я уменьшу урон по себе и буду дольше жить. Какого хера? Так. Отлично. Так, здесь надо сразу... Эх, блинский, я не успел ежбан скушать. Ну как, я уже собирался его жрать. Ладно, хорошо, но мне нравится эта стратегия. Хотя, зачем мне... Да, сойдет. Стратегия окейная. Не факапить и будет лучше. Если не факапить, то все будет лучше. Давай, умирай, собака. Ой, нехорошо получилось. Так, стоп, я не могу менять. Ой, ежбан успел.
Ха-ха-ха, вы видели, там пули уже летят. Все-все-все, заюзу. Не, ничего из этого, по-моему, так не работает. Вообще, надо затестить другие штуки, конечно. Пилы вряд ли. Неужели только бомбы вас убивают? О, фак, как плохо получилось. Так, давайте проверяем фаером хотя бы. Нет, это Завородыч. Завородыч, я его плиз просрал. А, подожди, мне кажется, или... Так, хит. Вообще насрать хиту. Воздух. Воздух нет. В траве насрать. Баблом насрать. Хорошо, да, бром кухан. То есть, если мне не хватает бомб на это говно, то я проиграл, правильно? Если не хватает бомб на это говно, я проиграл. Окей. Значит, что у меня по бомбам? Бомба полная. Ну хорошо, поехали. Я... Так. Раз. Два. Так, здесь надо сразу еху жрать. Хорошо, возвращаемся к бомбе. Раз. Два. Так, теперь здесь перерубаем на единицу. Так, здесь надо было... фак. Так, здесь... Хорошо. Можно как-то упасть? Не, о боже, реально упал ведь. Матерь богов. Давай прыгай. Хорошо. Хорошо. Угу. Ага, эту штуку... Блинский. Не могу, не хватает разворота. Хорошо, может, на трейбас хватит? Отлично, на трейбас хватило. Сейчас надо доджнуть. Отличный додж. Ладно, хорошо. Суть ясна. Суть ясна. Хрестоматийный босс. Поехали. О, боже, как босс, по-моему. Так, хорошо. Так, здесь надо. Ой, я еху не заюзал. Это была ошибка. Как-то я зафакапил. Так, ну со стратегией мы разобрались, сейчас давайте даже, чтобы не менять каждый раз. Я вообще как боженька дожнул на свечу класса, это просто кайф. Надо это, кстати, юзать почаще. Смотри. Беру. Да, просто это так работает. Так, мне надо будет еще разок. Так, сейчас надо будет... Так,
Успеваем жрать Е. Хорошо. И, возможно, мы сейчас доджнем урон переходом в фазу. Нет, не доджнем. Хрен с ним. Не успел. Хотел тоже снова сделать тему с доджем. Пофигу. Так, здесь готовимся к прыжку. Блин, да что же за лажа-то? Так, трейбас. Влепляем, поехали. Отлично. А, нехорошо. Так, стоп. Надо на единицах будет лететь. Хорошо. Единица, поехали. Плохо. Плохо, господи, зафакапил. Так, хорошо. Хорошо. Пожалуйста, сука! Так. Ладно, хрен с ним, получили. И... Да как? Как туда залезть? Так, подожди, может, на трейбасах? Я уже даже и бежать перестал. Да что за фигня? Так, подожди, как туда залезть? Мне проще верхнюю стенку бахнуть. Нету ресурсов на бах ее. Там 7 зарядов и 2 бомбы в полном локе. Как забрать? Может, через тройку реально? Тройка что делает у нас? Давайте... Сейчас, подожди, загрузить игру. Если не сохранен прогресс, будет потерян. Да. А, давайте, смотрите. Давайте реально попробуем сейчас. Просто попробуем. Мне же на самом деле трейбас что у нас делает? Просто скачет, потом в стену. Подожди, а давай попробуем, знаете что попробуем? Сейчас проверим просто for science. Могу ли я сделать вот так вот, ребят? Смотрите, вот у меня единица. А теперь я беру бомбу и делаю вот так. Да, охеренно. Ну, суть, я надеюсь, вы поняли, да? Сейчас попробуем. Если я могу одной бомбой убрать верхнюю штуку и плато, это будет жара. Это было отлично просто. О! Это точно был высокий прыжок! Хер с ним, что сраковый. Но это высокий прыжок был. Так, хорошо. Отлично. Да будь ты проклята, игра. Так, ладно, я думаю, что перезагру. Короче, начало у меня очень топовое. Я сменяюсь на чувака и успеваю доджнуть. Тут лажа получилась. Сейчас сделаем. Так, хорошо. Не успел. О, ну это что-то интересное. Ну ладно, хорошо, окей. Здесь, кстати, я не успею, походу. Да, походу не успеваю, да. Это я Е не успеваю делать. Это какой-то багос был, ну ладно. Так, это здорово даже. Иди сюда. Получится? Нет, слишком рано. Да, это оно! Так, здесь сразу еха. Боже, это 2 по цене 1.
Сейчас иди сюда. Давай пробуем. Бой! Сделал! Сделал! Это я потупил, ну ладно, хорошо, хер с ним. Состояние большое, может быть и доджено. Хорошо! Хорошо, сделано. Хрен с ним. Так, просто бежим. О, боже, я потратил бомбу! Хер с ним. Потратил, хер с ним. У меня... Я одну по цене другой зафигачил. Стоп. Так. Ready. Я не ready. Так, что у нас тут? Ничего нету в арсенале. Бомб нет, нихера нет. Ладно, у меня живки зато есть, так что хорошо. Если я умру, я просто рестартом. Чё это за говно? Доктор Вилли, телепорт систем. Понятно, здесь, как я понял, куча телепортов. Ладно, пойдем сюда. Теперь со всеми говнарями надо. Так, этого чувака я, помню, порезал ножницами. Я тебя порежу, Нет, нифига, я его не порезал ножницами, судя по всему. Заварудыч, чё-то как-то... А чем я его убивал-то? О, ну, пила его убивает. Ну, я, кстати, подхилился еще вдобавок. Ладно, сойдет. Дерьмовенько, но сойдет. Так, судя по всему, я первый телепорт. Ладно, давайте даже сохранимся. Чего ж тут лукавить-то? Не такой уж и дерьмовый бой был. Так, это... Хрен пойми кто. Изи. Оказывается, Вудман контрится оружием Вудмана. Неплохо, будем знать. У меня, кстати, некоторых этих нету, поэтому есть подозрение, что сейчас могу их встрять, на самом деле. Ты кто? Нет. Аиром пробиваешься, может быть? Чувак вообще неприятный, черт такой. О, да, аиром пробивается. Очень много получил урона. Даже сохраняться не хочется. Так, это... Порежу. Не получает урон от этого говна. От чего ты получаешь урон? От воды нет. Травка? От травки тоже нет. Поганый ж ты, Хитман. Подожди, он, наверное, получает от бумеранга хорошо. Как это так работает, интересно. Вы видели, сколько он получил? Упс. А что-то... А, у меня огня больше нету. Ну, я весь его потратил.
Блин, скинь магнитофон, он не получает никакого урона. Подожди, а от обычных? Как больно-то, а? Как больно он меня отогнал. Что-то мне не нравится, давайте-ка пере... это... давайте сразу заварудучим. Короче, просто... Сейчас он прыгнет как-нибудь, как дегенерат, он, скорее всего, уже куда-нибудь прыгнул сюда. А потом мы переключаемся вот так вот и просто... Все, изи. Нормально, заварудуча нету, но и хер с ним. Так, тут можно и сохраниться. Он вот эта штука у меня сейчас не пройдена, он в этой теме, да? Да, тебя мы чем порубили? Честно говоря, я уже забыл. По-моему, этим... А, Айрман, это прыгающий. Да чтоб тебя черти драли. Как же он прыгает-то? Ладно, хорошо, зарегенились. Не очень здорово, но... сойдет. Так, телепорты... телепорты и мертвы. Поехали. Так, это что, травяной? Я помню, он делал... Нет, это какой-то аквалангиш. Я уже забыл, чем тебя убивать. Может, водой? Буду пилить тебя. А, господи, баблы же. Баблов надо. Я думал, что за баблы такие. Их надо доджить. Что-то я нагребал очень много. Ну ладно. Не буду сохраняться, его переиграть можно. Он очень простой. Так, Вудман. Вудман у нас траву... Слушай, это тяжелый босс, между прочим, я помню. Причем у него еще, причем смотрите, у него листики-то. Будь здоров. Подожди, а у меня полный. Оу! У меня здесь. Подожди, а у меня прямо сюда портует. А сколько у тебя хп будет? Получается хорошо. Так, отлично, за три атаки. Ну, слабо, на самом деле, слабо. Но можно здесь умирать. Ой, мне не нравится, на самом деле, здесь. А, ну, в случае чего я континуум нажму, чем мне париться, у меня аж три жизки. Правильно? Так, этот сдуватель... Так, чем я тебя проносил, я не помню, хитом. Уже больно. Тебя, меня все сдувает. А что у меня не сдувается? Листья? Я помню, по-моему, у него с листьями какая-то жопа была. Он типа листья не сдувал или что-то в этом духе. Или листья были милишные, и он в них вставал и охреневал. Да. Да, как-то так было. Да что ж ты будешь делать-то? Не-не-не, где? Не, он сдувает очень к чертям собачьим. Мне казалось, в прошлый раз я его на листья поймал. Да, он прыгнул на меня, у меня были листья, его покоробило. Да, я помню такое. Хорошо, давай тогда... Баблы, скорее всего, не будут доезжать. Ну, короче, здесь доджишь его волны, и... Охренеть, давайте просто тогда... Чё париться-то? Так...
много урона получил. Чё-то как-то изи. Может быть, когда... Может быть, сначала нормальным бластером? Нормальным бластером, а потом травой? Как же высоко я прыгнул. Блин, а как это он... Я его точно, блин, правильно убиваю? А что если я вначале улечу просто наверх? Так вот прям нагло на единице. Типа пошел он в болото, как говорится. Не, не очень хорошая идея. Ему пофигу. Вот, кстати, та тема, о которой я говорил. Смотрите. Лол, посмотрите, сколько я ему нанес воздухом. О, в смысле, травой. Да, так и было, лол. Короче, играем сначала стандартом, а потом, когда он прыгает на нас, траву фигачим. Все, изи. Фак, я не взял хил. Тактикс. Ладно, хрен с ним. У меня... Тюма... Так. И он на шариками пробивается. Что-то у меня на него мало хп, по-моему. Хотя меня ресают. У меня же хпуськи. Гениальный ход. Вот-вот, правильно. Вот это он за три шотает меня. Что за херня, как так-то? Мне не нрав, мне не по нраву. Так, ну бабл вроде работает, хотя подожди, может быть, бумеранги? Не, что-то он... Не-не-не, баблы наносят нормально, просто перепрыгивать его ко мне во всякое надо. Не думал уворачиваться. Вот я задумывался об этом часто. Сойдет. Бое. Так, ну все, все порталы пробиты. Порталы дерзаний. Остался последний, явно с доктором Билли. Иди сюда. Так, просто берем бумеранг и убеждаем. Нет? Так, нет. Может быть бомба? Бомб нет. Может быть пила? Пила наносит урон. Пила наносит урон, что очень здорово. Так, пила наносит урон, но у меня больше пил нет. Пробуем хит. Неплохо. Пилы нету.
Улы больше нету. Надеюсь, вся надежда на хит. Мне кажется, только пила здесь работает. А у меня нет пилы. Так, хорошо, давайте посмотрим, что у меня по арсеналу. Ну, бумерангов у меня дофига, пил у меня нет. Попробуем. ПП дофига. Нормально, должны брать на самом деле. Просто. А я не пробовал действительно уворачиваться от этой атаки. Я, на самом деле, я просто пока прицениваюсь. Мне очень интересно, как он. Вау, нифига! Да все фигня, у меня есть стандартная пушка, посмотрите на нее, как она разваливает. Лол, все забейте. Все, он не боец. Просто иди сюда, клоун. Просто иди сюда, клоуняра. Сейчас you feel pain просто. Илы по диагонали, тактика, хренактика. Блин, надо не пострелить. Надо не стреляться с ним, а не размениваться по ХП. Это нормально. Турбо-пушка, совершенно верно. Так, куча розового говна. Мне бы здесь не помешал. Хотя здесь я не знаю. Можно попробовать что-нибудь еще. Не, ну начало доджем. Интересно, кстати, какая здесь фаза будет. Блин, он когда таранит, очень много урона наносит. Как же много, господи. Так, ну ладно, это будет тяжелый бой на самом деле. Возможно, стоит. Да блин, скинул гитофон. Но он протаранил меня, собака. Блин, мне надо перестать. Подождите, я хотел, кстати, попробовать вот эту штуку еще. Не, бумеранги на этой фазе не работают. Е танков нету. Здесь, возможно, вот теперь будет. Да. Это третья фаза. Не, это не третья фаза? А, ну да, простейшая игра. А, нет! Свалил, видите, третья. Так, Реди, я не готов совершенно. Начинаю падать. Чувствую, я сейчас надо будет доджить всякое говно.
Ну, я не знаю, конечно, но... Вот это озвучка капающая просто. Серьезно, вот так вот? Так, здесь есть пилы. Медведи с бензопилами. Нет. Эти звуки, это бомба просто. Кто это придумал? Вы это слышите? Я когда в туалете стряхиваю суп, примерно такой же стекловский, я не сомневался. Ни секунды. Боже, ну и звуки. Так, ХП есть. Воу, и так все время оказывался альен. Так. Не получает он никакого урона. Так, хорошо, давайте попробуем стандартную пушку. Нет, не получает. Может быть, поскольку он биологически будет брать вуд? Нет, ему насрать. Может быть, бомбу на него привязать? А, но у меня есть? Нет, у меня нет бомбы. Кит. Положим, что они... А, ну... А, очевидно, Эйрмена попробуем сначала. Он же, типа, летает. Хит, бабл, бумеранги. Подождите, может быть, его надо убивать? Знаете, я понял, его надо убивать вот этим говном. Да? Подожди, мне показалось, что он получает урон? Нет. Я думал... Я зря. Зря я так думал. Я думал, что, типа, мол, ну, это с босс, да? Типа, он специальный такой, весь специальный. Значит, он понял. В смысле понял, он не работает на него. Может быть, запрыгивать на него? Хит я пробовал. Хит не работает. Стандарт не работает. Это А, это Эрма не работает. Трава не работает. Бабл. Но они по земле катаются, поэтому... Хорошо, подожди, может быть... Опа! Он месяца в мели. И сюда, собака. О, какой тяжелый босс-то, блин. Надо милишными баблами его валить. Ух, нихера себе. Окей, хорошо. Окей, самая говнопушка по итогу решает. Ну ладно, сейчас попробуем. Так, надо посмотреть, по какой траектории он летает. Может быть, у него траектория. Дернулся назад. Да что ж тебя, чтоб тебя черти драли. Как же ты много наносишь. А, ну да, коллизия. Коллизия наносит очень много.
Помнишь второе место, где нужно оружие Баблмана? Так вот это второе. Много. Как же ему надо много всадить, и как же много мне надо доджнуть. Может, я должен как-то... Я боссом. Да чтоб тебя черти драли. Отрывает, он отрывает очень много, попадать по нему очень тяжело. О май гад, это очень тяжелый босс. Мне просто надо полчаса дойти. Ну ладно, давайте типа сосредоточимся на том, чтобы не попадаться. Блин, я вот тут убегаю, а он по мне попадает. Очень бесячий говнюк. Будешь сегодня гавмать Warcraft? Это звучит странно, но я вот на этой фазе сохранюсь. Потому что я на нем проведу очень много времени. Ну, не знаю, посмотрим, наверное. Да что ж такое-то? Ты же чувак, ты меня бесишь. Вот как так-то? Он когда внизу, вот тут вот. Он мне попадает. На каком основании ты по мне попадаешь? Вот тут вот я не доджу никак. Короче, надо взять его ритм и контрить его. Он стреляет по КД. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, вот плохо, четырнадцать. Да, еще с ним встречаться нельзя телом, если встречаюсь, то это жопа. Какая жопа вообще? Какой он мерзкий, этот отвратительнейший босс. Раз. Два. Четыре. Вот, вот тут вот, наверное, можно было. Типа, смотрите, я... Он приземляется, я доджу. Я доджу, он приземляется, я пролетаю рядом с ним и напихиваю ему очень много шариков. Вот так вот, надо понять, как его дамажить. Вот он сейчас опускается и... Вот, типа, получше. Он летает же восьмеркой, правильно? Вот, получил-то очень много. Получил очень много, а толку никакого. Господи, я двигаюсь как орангутан. Может быть, ждать его просто в одном и том же месте. У меня, кстати, одинаково? Нет, у меня как бы технически меня сносит на... лево.
Слушайте, я вот что понял, у меня же еще бежит персонаж под по-разному. У меня типа направо доджить надо, короче, налево, вот что вам скажу. Да. Как же я тебя ненавижу, моб. Как же я тебя ненавижу! Короче, направо туго идет, налево нормально бежит. Летает он восьмеркой, стреляет по КД. По отвратительнейшему КД. Урона ему нормально не нанести, кроме бабла ничего не получает. Почему так жесток с ней? Может быть, его бомбами надо было убивать. Под конец у него кончатся шарики, скриньте. Да, я еще могу остаться без шариков. Вполне нормальная тема. Или мне кажется. Что мне кажется, короче, нет. Нормально. Просто боль. Я не знаю, как его проходить. Не знаю, он просто какой-то очень плотный. Меня убивает то, что на него дали самое неудобное для него оружие. Просто не танкуется, просто сыграй нормально. Да я бы рад, я же дован, у меня не получится. Я три пули, понимаешь, получил. Ему, чтобы меня убить, надо 5 взаимодействий. 5. А, мне, чтобы его убить, нужна вся жизнь. Мне бы ехать сюда на этого босса. Может быть, какую-то стратегию все-таки могу придумать. Ну, вообще, кстати, я сейчас что-то даже придумал. Да, нужна какая-то стратегия. Попробую отстукивать такого стрельбы коком по столешнице. Между прочим, нормальная тема. Блин, я тут стукнулся в него лбом. Я, наверное, все-таки вот здесь вот пересохранюсь, потому что пипец долго каждый раз. Это что за фигня? Нет. Сначала надо доджить. 1-1. 2-1 в его пользу. Неплохо. Блин, сколько же тебя надо валить? Нет, под него бежать нет смысла, он попадет 100%, понимаете, в этом большая жопа. Если как бы, типа... О, прыжки мое оно. Что-то начало получаться. Плохо. Блин.
Видели, да? Неплохо. Блин, я сейчас со звездой его пулю спутал. Это рак. Лицом торганул, сука, ни с никакой коллизии с ним. Это что за херня? Блин, да как я тут получил? Кстати, кроме шуток, у меня кончились баблы. А что делать? У меня кончились баблы. Мне нужно прийти с большим количеством баблов на него. А если... Подожди, стой. А если я просто... Подожди, стой. Я беру, подхожу к капле. Или точнее еще, подожди. Continue. О. Не пускать половину батла бабла в пустоту. Я готов. Так, стоп. Нет. Так, нет, ладно, хорошо, убей меня. Я настолько легко прошел в прошлый раз, что сейчас расслабился, я понял, все, извините. Все. Не так. Я не хочу приходить не с полным столбом к нему. Блинский. Сохранить. Окей, поехали. Так, здесь вот в прошлый раз были проблемы. Господи, это озвучка. Итак. Ну тут перезаписать придется все равно, но. Так, это второй противный звук сразу после современной попсы. Ну, собака зеленая, иди сюда. Хорошее начало хорошего дня. Ай.
Получай шлепок! Чуть-чуть! 4 полосочки! 4! Да чтоб тебе! Да как? Хорошо. Ай! Ай! Ой, как нашибался! Ой, как нашибался, как лохапитан! Как так-то? Что происходит? Что я делаю? Куда, 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 куда? Ну, не в ту сторону убегаешь. Что-то я вообще расхвалился. Блин. Кстати, не игреком бью почему-то. Это, по-моему, очень зря. По-моему, надо пытаться именно игрек посадить. Да, да, надо, конечно, игрек было все время пытаться посадить. Да как так-то я перестал доджить совершенно? Сосредоточиться надо на додже. Можешь проатаковать, молодец, но сосредоточиться-то надо на додже. Как я тут умудрился получить? Вот это была какая-то борода. Кстати, мне не нравится. Смотрю, я готов. Ты готов продолжать босса? Честно говоря, не очень. Да блинский! Да как так-то? Вот если бы в бодже был интерфейс с загрузками, я бы все понял. Но там заново надо каждый раз, это меня убивает. Я до босса. Не до босса, иной раз бежать сложнее, чем сам босс. Ладно, нет, я вру, конечно, всегда сам босс сложнее, чем бежать до босса. Ну вот что это за херня была? О, нифига, я два раза его проумнил. Вообще классно, да, получается? Вообще хорошо! Посмотрите на эту динамику! Только не говори, что это еще раз драка. Ну, конечно же, сейчас будет еще. Была первая фаза, сука, что сука. Нет. Да попчам. Вы видели? С первого трая даже не вспотел. Но вторую фазу с первого трая даже не вспотел. Просто! Хорош!
Прошу, не выключай, не включай титры, они клевые. Да пожалуйста. Хорош. Глянь перед концом Снуп. Снуп Дога? А что такое? Упс, не то. Ты кинул ссылку на Снуп Дога. Это типа Астробой? Да. Да, это Астробой. Игра так и называется. Астробой. Ну это Боша. В смысле Боша? Да чё ты меня тиранишь-то, блин? Братишка, есть столько топовых вариантов заказать мне. Почему Боша? Блин, а чё это? Почему Шлеман остался, а где я? Это всё типа, всё время... Мегамен ушёл... Став. Посох! Есть варианты, но кем бы я был, в смысле, хорошим, добрым другом, товарищем и прекрасным человеком. С тайм-кодом. Хорошо, вот сейчас чекнем. Не, ну мы красавчики. Блин, вообще на самом деле у нас был этот флэш, да? Ладно, мы молодцы, а что? Какая часть лучше? Не знаю. Мне не понравился интерфейс во второй. Когда в первой все твои пушки у тебя перед экраном, а во второй у тебя две строки. Это бесит между ними переключаться. Вот. А так... Саунд-программер. О, ребят, вот они, вот эти гении, которые... Юки-чан с папа. Папа Юки-чан. Ты, возможно, не поверишь, но в то далекое время разработчики не знали, получит ли серия еще хотя бы один сиквел и сделали такую несколько мелохолическую концовку Мегамен 2, не затронулся и выстрелил громко. Так и больше пушек же. Блин, мне кажется, что, знаешь, вот если у тебя супер большой арсенал, и ты хочешь игру, где надо несколько пушек, то... Ну, хотя не, нормально, да. Некоторые просто боссы, ты получаешь с них пушку, и все, что встречаешь, проходится легко. А остальные, короче, пушки говно. Вот Бабл, например, говно, нахер никому не нужен, кроме финального босса. Блин, чата, досмотр 5-го сезона Джоджо пропустил или не было? Нет, еще пока не было. Presented by Capcom USA. Подожди, а почему Capcom USA? Если это японцы. Сплошные. Знаменитый, старый, добрый, знаменитый и американский парень Иичиро Юкичи. Так, отделение издателя в США. Ладно, но это были...